Всем привет! Баклажаны нарезаем на слайсы шириной примерно 5 мм. Нам потребуется растительное масло, солим, перчим, добавляем любимые приправы, перемешиваем, смазываем приготовленной смесью баклажаны и выкладываем на противень. Смазываем с другой стороны. Запекаем 10 минут при температуре 180 градусов, вытаскиваем, даем остыть. Фарш солим, перчим, добавляем лучок, перемешиваем. Выкладываем мясную начинку на полоску баклажана и закручиваем в рулетик. В блендер размещаем 1 перец, 2 помидора, 2 зубчика чеснока, орегано, базилик, пол ложки сахара. Солим, перчим по вкусу, взбиваем, выливаем в тарелку. Рулетики выкладываем в форму и поливаем приготовленным соусом. Отправляем в духовку 200 градусов на 25 минут. Затем вытаскиваем, посыпаем сыром и отправляем в духовку еще на 5 минут. Вытаскиваем. И наши аппетитные, сочные, вкуснейшие баклажаны готовы. Украшаем зеленью и подаем к столу. Рекомендую попробовать сделать. Это очень вкусно. Всем удачи!